Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала! Многим цветоводам известно, что розы не любят, когда их корни перегреваются, поэтому мульчируют их разными материалами. Я решила поэкспериментировать и посадила у основания роз кустовой укроп. Может, и не поверите, но соседи все лето спрашивали у меня, что это за красивое растение растет в моем розарии. Теперь я делаю это каждый год. К слову, розы были на загляденье всем. Высокие, сильные, с крупными ароматными головками. После этого я поняла, что дача дается человеку для творчества и эксперимента. Удачи всем, друзья! Пока! До скорой встречи!